сначала Рабаю. Рабай Хаджан, большое вам спасибо, что вы нам предоставили возможность здесь собраться. Вам спасибо большое за помощь. Хочу сказать всем, кто здесь присутствует, большое спасибо, что пришли, поддержали нас сегодня, вспомнили нашу бабушку. Дай Бог, чтобы мы с Илюшей ходили к вам, ваши хорошие, приятные. Аминь. Чтобы не было смерти, чтобы не было горя в наших домах. Боже, Тон и Лёйка, спасибо за теплые слова. Я хочу бабушку вспомнить только добрым словом. Вы все знаете, все здесь близкие, все знают бабушку, все знают нашу семью и все знают правду о ней. А о ней можно говорить только хорошее. Рахмаку на Мотусома. Я попала в эту семью, вы знаете, молодой девочкой, мне было 16 лет всего. Что-то знала, что-то не знала. А всему меня она научила. Все, что я на сегодняшний день могу, это от свекрови. И никогда в жизни я не слышала, чтобы она мне говорила, почему и на наведрине, почему и на наведрине было такого. Она всегда говорила, иди у агора том беги. Вот. И всему меня учила Рахматовна. И если там старушки что-то ей говорила, говорили, теле над Инна Медона, ее Инна Медона, она всегда говорила, ее шесть, ее триггера. И вот нас четверо келинов было, мы жили все-таки на Махале, и там были сплетни, конечно, кто-то там про свой келин говорил, кто-то келин про свою мотушку что-то говорил, а у нас никогда в семье этого не было. Вот нас было четверо келинок, и мы никогда не слышали, чтобы наша свекровь о ком-то из нас плохо сказала, где-то какая-то сплетня была, никогда.